Токарочка. Привет, друзья! Сегодня продолжаем тему. Делаем резиновый кончик для стилуса. Прошлый раз у нас получился немножко жестковатый. Значит, в этот раз выточил вот этот вот пуансончик немножко большего диаметра. И стенки у нас получится немножко тоньше. Здесь 1 мм, а мы сделаем 0,5 мм. Резина, из которой я делал, вот она, я сюда добавил немножко графита. Посмотрим, что у нас с этого получится. Возьмем кусочек резины. Резина сырая. Затолкаем ее вот здесь. Теперь вот это и зажмем в тисочках. Ну-кася. Тисочки.
зажимаем. Так, чтобы не перекосило. Желательно. И потихонечку зажимаем. Лишняя резина должна выйти через щели. И вот оно уперлось. Теперь подкладочки, чтобы тепло не уходило в тисочки. Вот сюда кордоночку и вот сюда кордоночку. Снова зажимаем. Сейчас разогреем паяльник и попробуем что-то сделать. Вот он паяльничек, разогреваем немножко здесь, немножко снизу. Сейчас резина станет мягче и лишняя вся выйдет наружу. И вот она уже полезла. И пошла, и поехала. Замечательно. Теперь плавно разогреваем. Нужно градусов примерно 160. Точно я не знаю сколько. Можно было греть феном, но деталька маленькая и тепло уходит мимо. А так оно лучше, так оно быстрее. Снизу. Сверху. Я думаю, хватит. Подождем, нехай остынет. Вынимаем. Зажимаем. Берем вот такой инструмент. Немножко тудом-сюдом. Вынимаем. Чик. Чик. Чик-чирик. Что-то получилось. Ну-кася, ну-кася, теперь это надо снять. А оно не снимается. Кажись, что-то пошло не так. Или не додержал, или немножко пережег. Какое-то оно залипучее. Теперь возьмем вот этот вот стилус. Здесь резиночка от пульта. Так, вот это вот сюда. Чик. А вроде мягенькая. Вроде чересчур. И сейчас проверим, как оно в работе. Мой замечательный телефончик
Он же смартфончик. Ну-ка, ся. Ну-ка, ся. Тук-тук. Нормальненько. Иногда дает осечку. Так, ну-ка, ся. Нормалек. Как оно? Замечательно. В этот раз получилось более-менее нормально. Ну-ка, ся, давайте посмотрим, что у нас здесь. С утра была воздушная тревога. Сняли или нет? Нажимаем то. Проверяем то. Нормальненько. В Киеве воздушной тревоги нет. Просто замечательно. Да, иногда дает осечку. Нужно над этим будет еще немножко поработать. Ну, графит, я думаю, нормально. Графита хватает. А вот кончик немножко надо сделать толще. Чуть-чуть, может, где-то на пару десяточек. А на сегодня все. Всем спасибо. Ставим пальцы. Обязательно подпишитесь, если вы не из России. И до следующих видео. Всем пока. Ай да Саныч, ай да я. Ай да молодец. И еще одна резиночка. Чик. Это вроде красивее. У этой резинки стенки немного толще. На пару десяточек. И она получилась немножко лучше. Так, эту мы снимем. Эту натянем. Здесь немножко подрежем, чтобы было красивее. И вот сюда натянем. Чик, чик, чик-чирик. А ну-кась, ну-кась. А ну-кась, ну-кась. А вот такая красота. Офигенно. Замечательно. Это работает лучше. Давайте покажу поближе. А вот как-то так.